Друзья, давайте перед началом концерта в память о ней и Михе постоим и вспомним о нем. Минута молчания! Спасибо! Ну что, попоем сегодня? Народ не сумел догадаться.
нужен гром. А он не будет завтра днем. Но старика ослаблен мир. Прощай, маленький борцы.
молодой отец, хорошее раннее утро.
где спрятался этот нехороший человек по имени Гарри? Yeah.
Начинался с леса! А в лесу, как говорится, водятся иногда не только волки, о которых мы говорим чуть позже, но и, конечно же, разбойники! Thank you.
Друзья, сейчас у нас лето. Может быть, в Питере много гостей, которые и питерцы приехали к нам. Давайте поднимем руки, сколько вас? Ох, как много. Остальные у вас только есть? А с Урала? А сибиряки? Крутяк. А некроманты? Ты говоришь, я демон? Со мной не видать тебе удачи. На какие мои дела злое есть? Чем я слышу судьбу несчастного и злое? Мучить мне дело, что с тобой же помогает. Так видать, я усы.
друзья, а теперь давайте снова вспомним Миху и послушаем одну из самых замечательных его мелодий в инструментальном виде. Но если хотите, вы можете подпеть. Сейчас я хочу пригласить на сцену маленькую принцессу. Встречайте! Это Сашенька, Мишкина дочка. Всем привет! Споем?
сына Суслика! Так сказать, блески, очаровательный Сашеньки, я не заметил появления на сцене Александра Булва! Thank you.
Спасибо, Шурик, вот отпустим его на короткое время. В кухню театр всех арок приглашал. Кто вечером придет, тот со смеху умрет. Будет вам очень, очень хорошо. Деньги не жалеют. Вечер свет и страстей! Выпишу посылку, прошу, вы пили. И только в голосу, только за дороги.
поможете? Два вора, вы поскрышите от погони, девять украденную сорок порешили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде полу досталось им богатство, но вот беда, последняя монета. Один кричит: да что ты делал вдруг без моего совета? Отдай мне! Ну, на выбрать я твоя из вас, ты не боюсь.
Я дедушку любил! Он любил тебя. Кривых злодеев любил. Он хоть и строгий был, зато меня учил. Все то, что знаю я, от деда получил. Но когда хотелось баловаться мне, так хотел цветой врезать палку на спине. Не стало деда, и мне грустно от того, что не хватает подзатыльников его. Так что же с дедушкой случилось за беда? Ведь у него здоровье было, хоть куда. Увы, охотников в округе нет тебе. И стал все чаще на свистной тревожить зверь. Я думал, сделаю из волка колбасу. Да где ж обидчика найдешь теперь в лесу? Неприятные моменты той действительности, которая меня окружает. Огонь страсти, жизнь.
Я приморозь! Рвало, шли, рвало, рвало!
Thank you.
плечи боря, сердце врача разбито. Здесь тебя приятно видеть, что сквозь жилье привозность дьявола тебя видеть. На солнце горем, но тебе нам не место. Умер моя, но другого тебя знаю, малышка небеса. Я схожу, хорошо, а вы пока послушайте одну старую замечательную мелодию. Thank you.
Силы есть? Они пригодятся.
возвращением, Александр! Друзья, сейчас мы снова посмотрим, как хорошо вы знаете слова и как громко вы умеете и с чувством петь. Готовы? Thank you.
Спасибо, друзья!
За столом сидели, пили и ели. Я спокойных угощал, хвалил гостей. Все
Друзья, спасибо всем! Мы с вами встретились, как старые добрые времена! Были очень рады вас видеть, бодрости духа и кровеча-то в ваших сердцах! Спасибо! Thank you.